приглашаю на сцену директора театра Михаила Николаевича Матвеева и заместителя председателя правительства Республики Коми Наталью Алексеевну Михальченко. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Наталья Алексеевна. Я думаю, что мы присутствуем на таком ответственном историческом этапе. Сегодня мы открываем 88-й театральный сезон. Если в учебниках истории время описывается веками, то в театральной жизни, конечно же, это театральный сезон. И право открыть его предоставляется вам. Пожалуйста. Большое спасибо, Михаил Николаевич. Дамы и господа, уважаемые зрители, мне сегодня очень приятно, почетно, ответственно от имени главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гаприкова, команды правительства нашего региона, поздравить вас с этим значимым событием в культурной жизни нашего региона. 88-й театральный сезон, он с трепетом большим, потому что театр находится на пике нового этапа своего развития, омолаживается коллектив, появляются все новые и современные тенденции, которые характерны в целом театральному искусству России и мира. Поэтому мы, конечно, с большим восторгом и восхищением в этот день поздравляем весь коллектив с этим значимым событием, поздравляем жителей Республики Коми, гостей столицы города Сыктывкара с открытием 88-го театрального сезона и желаем очень вдохновенных новых всех и театральных репертуаров в течение года. Мы знаем, что будут и премьеры, будут и фестивальные события, поэтому мы желаем тех ярких эмоций, которые очень символично открывают нам чайник, как раз любовь и настоящее искусство. Поэтому, дорогие друзья, с праздником! Спасибо. Дорогие друзья, я прошу вас не спешить после спектакля. Как всегда, церемония открытия нового театрального сезона ждет вас после спектакля. Спасибо. Уважаемые зрители, перед началом спектакля не забудьте выключить свои мобильные телефоны. Напоминаю вам, что фото- и видеосъемка в театре запрещена. Итак, начинается спектакль. Приятного вам просмотра. Thank you.
среди богат, но с достатком мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вы читаете с меня в литературу. А все же я не ношу траур. Дело не в деньгах. И ведь не может быть счастлив. Это в теории! А на практике выходит так. Я, да, мать, да, две сестры и братишка жалованье мое всего 23 рубля. А есть и пить надо. Чаю и сахару надо. Да, табаку надо. Вот тут и вертись. Ой. Скоро начнется спектакль. Играть будет Заречная! Пьеса сочинения Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга. И сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. У моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас! Не могу от тоски сидеть дом. Каждый день хожу пешком 6 верст сюда, 6 верст обратно. И встречаю один лишь индиферентизм с вашей стороны. Ну, понятно! Я без средств, семья большая. Кому охота идти за человека, которому самому есть нечего? Надо бы постричься, что ли! Трагедия моей жизни!
У меня и в молодости была такая наружность, будто я запой пил. И все. Меня никогда не любили женщины. Отчего сыграли в духе? Отчего? Скучает, ревнует. Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы. Потому что играет не она, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее. Выдумаешь право. И уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Психологический курьез, моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, за больной не ухаживает, как ангел. Ну попробуй при ней похвалить дуза. Ого-го. Нужно хвалить только ее одну. Нужно писать о ней, кричать, восторгаться в ее необыкновенную игру. Бля, да, мо, камеля, или чат жизни. Но так, как здесь, в деревне. Нет этого дурмана. Вот она скучает и злится. И все мы ее враги, все мы виноваты. Затем она суеверна. Боится трех случаев. 13 числа. Она скупа, у нее в Одессе в банке 70 тысяч. Это я знаю, наверное. А попросил меня взаймы. Она станет плакать. Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся, мать тебя обожает. Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Видишь, моя мать меня не любит. Еще бы. Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне 25 лет, я постоянно ей напоминаю, что она не молода. Когда меня нет, ей только 32 года. При мне же 43, и за это она меня ненавидит. Она также знает, что я не признаю театр. Она любит театр. Ей кажется, она служит человечеству, святому искусству. А по-моему, современный театр — это рутина. Да, когда поднимается занавес и в комнате, при вечернем освещении, с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, ходят, любят, носят свои пиджаки. Когда из пошлых картин раз стараются выудить мораль. Мораль маленькую, но понятную, полезную в домашнем обиходе. Когда из тысячи вариаций мне подносят все. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Без театра нельзя. Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, то лучше ничего не нужно. Я люблю мать. Сильно люблю. Она ведет бестолковую жизнь. Вечно носится с этим билетристом. Имя ее постоянно треплет в газетах. И меня это утомляет. Иногда же просто во мне говорит о весьма обыкновенном смерти. И становится жаль, что моя мать известная актриса. И кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы гораздо счастливее. Дядя! Ну что может быть отчаяние и глупее положить? Голову у нее в гостях сидят сошло знаменитости. Артисты и писатели, и между ними один я ничто. И меня терпят только лишь потому, что я ее сын. И кто я? Что я? Ну, вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции независящего. Никаких талантов, денег, ни гроша, а по паспорту я киевский мещанин. Ведь мой отец киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот. Когда в ее гостиной все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. Я угадывал их мысли и страдал от них. Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист? Не поймешь его. Все молчим. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный, очень порядочный. 40 лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло. Что касается его писания, то, как тебе сказать, мило, талантливо, но после Толстого или Зола не захочешь читать Григорина. А я, брат, люблю литераторов. Когда-то страстно я хотел двух вещей. Я хотел жениться и хотел стать литератором. Но ни то, ни другое не вышло, да. И маленьким литератором приятно быть, в конце концов. Я слышу ее шаги, я без нее жить не могу, даже звук ее шагов прекрасен, я счастлив без звука. Мечта моя!
мне тяжело дышать. Ага. Через полчаса мне нужно выезжать. Бога ради, не задерживайте, а отец не знает, что я здесь. А и в самом деле, пора уже начинать. Ой. Надо идти всех звать. Хорошо, я скажу, сию минуту. Во Франции два, где надора? Когда-то я запел эту песню, а один товарищ прокурора мне и говорит: а у вас, ваше превосходительство, голос сильный. Потом подумал и прибавил: ну противный. Во Франции. Отец и мальчик, они не знают, не пускают меня сюда. Говорят, что здесь Бадьева. И боятся, как бы я в актрисе не пошла. А меня тянет, как это мозик, как чайку. Мое сердце волну валит. Не одни. Нет, мне кажется, там кто-то есть. Никого. А это что за дерево? Вяз? Почему оно такое темное? Ну, уже вечер, темнеют все предметы. Ради бога, не уезжайте с вами. Нельзя. Если я поеду к вам, и всю ночь буду стоять в саду и смотреть на вашу жертву. Вы что? Там же сторож, да еще и трезор, он к вам не привык, будет лаять. Я люблю вас! Кто там? Вы, Яков! Становитесь по местам, пора начинать! Луна восходит? Точно так. Спирт есть, сера есть? Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. Идите, там все приготовлено. Ко мне всегда было много хорошего. Но мне любили прежде всего превосходного врача, вы помните, лет 10-15 назад. Я был единственным во всей губернии порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком. Стоим тут! Стоим тут! Стоим тут!
1873 году в Полтаве на ярмарке. Она играла изумительно. Один восторг, чудно играла. Не изволите ли также знать, где теперь комик Чагин Павел Семенович? В Оскреве был неподражаем. Лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемая. Где он теперь? Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю? Паша Чагин! Эх, таких уже нет теперь. Палосы, Наина Николаевна, прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни. Вы правы, блестящие дарования теперь мало, зато средний артист стал значительно выше. Не могу с вами согласиться. Впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene aut nihil. А вкусок или хорошо, или ничего. Мой милый сын, когда же начал? Через минуту прошу терпения. Мой сын! Ты отчим родильник этой души. И я увидел ее в таких кровавых, таких смертельных язвах. Нет спасения. И для чего она уж поддалась пороку любви, искала песни преступления? Господа, за эстрадой играют прыжок. Господа, начало. Прошу внимания. Пауза. Я начинаю. И мой голос звучит в этой пустоте уныния.
на без мысли, без воли, без трепетания жизни. Боясь, что у вас не возникла жизнь, отец вечный, матери идеал, каждое мгновение вас, как в камнях в воде, производит обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно. Во вселенной остается неизменным и постоянным один лишь дух. Пауза! Поет! Спрятался ветер.
прятать за тучку, больше не хочет гулять. Дай же-ка мне свою ручку, пылкому сердцу прижать. Хорошо! Когда ты с другими бываешь, я взором слежу за тобой. На том берегу. Жалею, зачем ты с другими? Зачем ты опять не со мной? Сядьте возле меня. Что нам до шумного света? Что нам, друзья и враги? Было бы сердце согрето жаром взаимной любви. Тут на озере шесть помещик усадеб. Помню шум, смех, стрельба. И все романы, романы. Жан-Пеньер мы кумир всех. Шести помещичьих усадеб был вот. Рекомендую. Доктор Евгений Сергеевич. Теперь очаровательный. Но тогда был неотразим. Однако, матушка, это очень совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Неподгодно. Костя! Сын! Костя! Я! Пожалуйста, милая. Константин Гаврилович! Константин Гаврилович! Ау! Очевидно, продолжения не будет. Я могу выйти? Здравствуйте! Браво! 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 Мы любовались. С такой наружностью, с таким чудным голосом нельзя. Грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант, слышите? Вы обязаны поступить. Это моя мечта, правда, она никогда не осуществится. Как знать? Вот, позвольте вам представить. Григорин Борис Алексеевич. Я очень рада, я всегда вас читаю. Не конфуйтесь, милая. Он хоть и знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился. А вот уверен, что нужно поднять... Занавес, а то становится жутко. Яков Борисович, подними-ка занавес. А вот я... Странная пьеса. А, я ничего не понял. Но смотрел я с удовольствием. Вы так искренне играли. Ну и декорация. Декорация просто превосходная. А да, вот должно быть, в этом озере много рыб. Да, да, да. Вы знаете, я очень люблю удить рыбу. Нет для меня большего удовольствия, чем сидеть на берегу и вот любоваться на поплавок. Да, но я думаю, кто испытал наслаждение творчества. Для этого все другие наслаждения, ведь они уже не существуют. Не говорите, да. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается. Помню в Москве! В оперном театре однажды знаменитый Сима взял нижний рядок, а рядом в галерее как нарочно сидел бас из наших синодальных певчих. И можете себе представить наше крайнее изумление. Мы слышим с галереи: «Браво, Сильва!» Целая октава ниже вот это: «Браво, Сильва!» Театр так и замер. Тихий ангел пролетел. А мне пора. Прощайтесь. Куда? Куда? Так рано. Вот не пусть. Меня же родить. Ну, какой полправ. Ну, что же делать? Придется вас отпускать. Если вы на дворе, то мне не хочется от вас уезжать. Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка? Нет, нет, нет. Останьтесь. Не могу, Петр. Ну, хоть на один часик. Ну, что вы, право? Несчастная девушка. Все свое громадное состояние. Все до копейки. И теперь эта бедная девушка осталась ни с чем. Потому что ее отец все завещал своей второй жене. Да, конечно, ее отец порядочный. Так и скотина надо отдать ему. Молодую справедливость. Пойдемте, господа, и мы с тобой за сыром. У меня ноги болят.
А они у тебя как деревянные, и походят. Мадам? Я слышу, опять воет собака. Илья Афанасьевич! Будьте так любезны, попросите, чтобы ее отвязали. Нельзя, Петр Николаевич, могут залить с вами, а у меня там просто. Представляете, целая октава ниже, а ведь не певец. Простой синодальный певчий. А сколько жалования получает синодальный певчий? Помоги!
чем помочь. Я страдаю. Никто. Никто не знает моих страданий. Я люблю Константина. Как все нервны. Как все нервны. И сколько любви. О, колдовское озеро. Ну что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что? У нас женщина, прежде чем заплатить.
была не писатель, уж сама влюблена в него по уши. Сделайте милость. Далеко ходить. Взять хотя бы меня и Григория. Ура! Ура! Радость! Мы сегодня веселый концерт! Но не будем очень говорить, а то сглазим. Я Борис Алексеевич. Борис Алексеевич в купальне, он рыбу удит. Как ему не надоест. А это вы что? Мопассан и на воде, девочка. Дальше неинтересно и неверно. Скажите, милая, что у вас с моим сыном? Отчего так скучен, суров? Целые дни проводит на озере. Я его десятки почти не вижу. У него нехорошо на душе. Прошу вас, прочтите из его пьес. Вы хотите? Но это же так неинтересно. Когда он сам читает, то глаза у него горят, и лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос. А манеры, как у поэта. Спокойной ночи. Петруша, а? Ты спишь? Сколько? Ты не лечишься, брат, это нехорошо. Я рад бы лечиться. Да вот, доктор не хочет. Лечиться в 60 лет. И в 60 лет жить хочешь. Ну, пейте, валерьяна, на веках. Но мне кажется, ему было бы хорошо поехать на охоту. Можно поехать. А можно не поехать. Вот и пойми. И понимать нечего. Все ясно. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить. Пустяки. Нет, не пустяки. Вино и табак обезвечивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, плюс кто-то другой. У вас расплывается ваше «я», и вы начинаете относиться к себе, как к третьему лицу он. Вам легко рассуждать. Вы пожили на своем веку, а я прослужил по судебному ведомству 28 лет, но еще не жил, ничего не испытал в конце концов. И понятно, весь жизнь не очень-очень. Вы сыты и равнодушны к жизни, и потому имеете наклонность к философии. Я же хочу жить. И потому пью за миром телес, курю сигары. И все. Вот и все. Надо к жизни относиться серьезно. А лечиться в 60 лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался. Ой, ты извините меня, легкомыслие! Да завтракать пора! Должно быть. О! Ногу отсидел! Вот, сейчас пойдет и за завтраком пару рюмочек пропустит. Личного счастья нету. Ой, пустое ваше превосходительство! Вы рассуждаете, как сытый человек! Ах, что может быть скучнее этой милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют. Хорошо, с вами друзья, но сидеть в номере, учить роль. Хорошо, я вас понимаю. Конечно, в городе лучше. Сидишь у себя в кабинете, лакей никого без доклада не пускает. Телефон на улице, извозчики и все. Какая буря. Вот вы начали. Молодец. Добрый весьма рад видеть вас в добром здоровье. Жена говорит, что вы сегодня вместе с ней собираетесь ехать в город. Это правда? Великолепно. Да на чем же вы, многоуважаемая, собираетесь ехать? У нас сегодня убирают дрожь, все работники заняты. А на каких лошадях? Позвольте вас спросить. На каких?
Почем я знаю, на каких? У нас же выездные есть. Выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? А, удивительно. Великолепно. Высокоуважаемая, я благодарю перед вашим талантом. Готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу. Но если я должна, я странное дело. Вы не знаете, что значит хозяйство? Это старая история! В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять меня лошадей в деревне, а то я пойду на станцию пешком. В таком случае я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего. Каждый летом мне здесь оскорбляют. Нога моя больше здесь не будет. Это я махальство! Это то, что что такое? Да мне надоело все это! Немедленно продайте на всех лошадей! Отказать себе не дала мне! Знаменитые артистки! Ну разве всякое желание, ваши каприз не важнее вашего хозяина? Да что я могу? Войдите в мое положение. Ну что я могу? Пойдемте к сестре. Будем умолять ее, чтобы она не уезжала, не правда ли? Невыносимый человек! Деспот! Сидите, сидите, мы вас видим! Как это все ужасно, не правда ли? Не правда ли, да. Но это ничего, он далеко не уйдет. Я сейчас с ним поговорю и все. Конечно! По большому счету вашего мужа следовало бы отсюда просто в шею. Вместо этого эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения. Вот увидите. А он же и выездных лошадей отправил в бой. И вот каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует. Я заболеваю! Я не выношу его грубости! Евгений! Дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе! Наши уходят, мы уже не молоды, и хоть в конце жизни нам не прятаться и не лгать. Но мне 55 лет, уже поздно менять свою жизнь. Я знаю, вы отказываете мне, потому что я у вас есть женщины, которые вам близки. Так себе невозможно, я понимаю. Простите, я надоела вам! Нет, ничего! Нет, ничего. Я страдаю от ревности. Я понимаю, что вы доктор, и что вам нельзя избегать от женщин. Я понимаю. Вот. Как? Там? Там Ирина Николаевна почта у Петра Николаевича астма. Да! Пойти. Дать обоим валерьяновых капель. Ох. Извольте. Мерси, Бен. Какие милые цветочки. Отдайте мне эти цветы. Отдайте! Где эти цветы?
печатают в газетах, портреты его продаются, его переводят на иностранные языки, а он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух головлей. Вот я думала, что известные люди не горды и не преступны, что они презирают толпу, что они свою славу и блеск своего имени как бы мстят из-за то, что она выше ставит знатность происхождения и богатства. Да нет, они, как и мы, удят рыбу, играют в карты, смеются и сердятся, как все. Вы одни здесь. Что это? Я имел сегодня подлость убить эту чайку. Кладу у ваших ног. Что с вами? Скоро таким же образом я убью самого себя. Ой, я вас не узнаю. Да, после того, как я перестал узнавать вас, вы изменились ко мне. Ваш взгляд холоден, мое присутствие стесняет вас. В последнее время вы стали раздражительны и выражаете все непонятно какими-то символами. И вот эта ваша чайка тоже, по всей видимости, символ. Ну, извините, я вас не понимаю. Я слишком проста, чтобы вас понимать. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают мне успех. Я все! Все до последнего плачка! Если бы вы знали, как я несчастный! Охлаждение страшно, невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот будто это озеро высохло и утекло сквозь землю. Вы только что сказали, что вы слишком просты, чтобы понимать меня. Ну что тут понимать? Пьеса не понравилась! Вы презираете мое вдохновение и считаете меня уже заурядным и ничтожным, каких много. Я хорошо понимаю, как понимаю. Меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет как змея. Вот идет истинный талант. Вступает как Гамлет и тоже с книжкой. Слова, слова, слова. Солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь. Ваш взгляд растаял в его лучах. Не стану вам мешать! Так, нюхает табак, пьет водку, всегда в черном. Ее любит учитель. Здравствуйте, Борис Алексеевич! Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы вряд ли с вами еще когда-нибудь увидимся. Мне не часто приходится встречать девушек молодых и интересных. Я уже даже забыл, как себя чувствуют 18-19 лет. Поэтому у меня по всяких рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Мне бы очень хотелось побывать на вашем месте хоть один час, чтобы понять, как вы вообще думаете. И вообще, что вы за штучка. А я бы хотела побывать на вашем месте. Зачем? Чтобы узнать, как чувствует себя известный, талантливый писатель. Как вообще чувствует себя известность? Как вы ощущаете то, что вы известны? Как... Должно быть никак. Знаете, я никогда об этом не думал. Одно из двух. Или вы преувеличиваете мою известность, или она вообще никак не ощущается. Ой, если читаете про себя в газетах. Когда хвалят, приятно. Когда бронят, два дня чувствуешь себя не в духе. Чудный мир! Как бы я хотела оказаться на вашем месте, если бы вы знали... Thank you.
Браво, браво. Вы счастливы? Я? Ну, вот вы говорите об известности, о какой-то интересной, прекрасной, светлой жизни. Извините, для меня это все просто хорошие слова. Все равно, что мармелад, который я никогда не ем. Вы очень молоды, очень добры. Ваша жизнь прекрасна. Ну что мне особенно прекрасного и светлого? Извините, я должен писать. Мне некогда, извините. Как говорится, наступили на мою самую большую и любимую мозоль. Я уж начинаю немножко волноваться и сердиться. Вот, хорошо, хорошо. Хорошо, давайте говорить. Давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной светлой жизни. Ну, с чего начнем? Бывает насильственное представление, когда человек день и ночь думает, ну, о луне. Так вот, у меня есть такая своя луна, день и ночь. Одолевает меня неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва закончил повесть, как почему-то я должен писать другую, за ней третью, за третью, четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных, иначе не могу. Вот что здесь такого прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? Это дикая жизнь. Вот я с вами, я сейчас волнуюсь. А между тем я помню, что меня каждую минуту ждет неоконченная повесть. Я вижу облако, похожее на рояль. Думаю, надо будет где-нибудь упомянуть в рассказе или повести, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет. Гелиотропом. Сразу мотаю на ус. Приторный запах, да? Вдовий цвет. Упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и стараюсь сразу забереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую. А пусть пригодится. Когда кончаю работу, я иду в театр. И вот, пожалуйста, удить рыбу. Вот кажется, здесь бы отдохнуть, забыться. Нет, в голове опять вертится тяжелое чугунное ядро. Новый сюжет! И опять уже неудержимо тянет к столу. И надо идти писать, 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 писать. И нет мне спасения от самого себя. Я чувствую, что я съедаю собственную жизнь. Что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль лучше своих цветов. Я рву эти самые цветы и топчу их корни. Разве они сумасшедшие? А? Разве мои близкие, знакомые делят себя со мной как со здоровым? Нет. Что пописываете? Чем нас подарите? Одно и то же, одно и то же. Мне кажется, что это внимание прохожих, это восхищение, эти похвалы, это все обман. Меня обманывают как больного. Знаете, мне кажется, что
Мне кажется, понимаете, что когда-нибудь подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы молодые, лучшие годы, когда я только начинал, мое писательство было сплошным мучением. Знаете, маленький писатель, особенно когда ему не везет, чувствует себя неловко, неуклюже. Нервы у него напряжены, сдерганы, неудержимо он бродит вокруг людей, причастных к литературе и искусству. Не признан никем, не замечен, боясь прямо и смело смотреть людям в глаза. Точно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя. Но почему-то в моем воображении он казался мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. Она была страшна мне. И всякий раз, когда я собирался поставить свою новую пьесу, мне казалось, что... Приметы враждебно настроены. А блондины холодно равнодушны. Это было сплошным мучением. Это было ужасно. Позвольте, но разве... Самовдохновение, процесс творчества. Они не дают вам этих высоких, этих счастливых минут. Да. Когда пишу приятно, корректуру читать приятно, но едва вышло из печати, как я не выношу. Я думаю, что это уже не то, что этого не следовало писать вовсе. На душе становится досадно, дремно. А публика читает. Мило, талантливо. Мило, талантливо. Далеко до Толстого. Или прекрасная вещь. Молодцы, дети Тургенева лучше. Вот так всегда будет. Всю жизнь только милый, талантливый. До гробовой доски. А вот как умру, то прохожие и знакомые, проходя мимо моей могилы, будут говорить. Да, здесь лежит Тригорин. Не, он хороший был писатель. Но он писал хуже Тургенева. Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом. Ну что? Ну каким успехом? Да я никогда не любил себя. Да я вообще не люблю себя как писателя. Я люблю воду, я люблю деревья, я небо люблю, я
Я чувствую природу. Она, знаете, она возбуждает во мне страсть. Непреодолимое желание писать. Но я ведь не пейзажист только. Я ведь еще и человек. Я же понимаю, что я должен писать о народе, о его правах, о науке. И я пишу обо всем. Я тороплюсь, меня подгоняют со всех сторон, терпится. Я мечусь из стороны в сторону, как лисица, загнанная псами. И в итоге я понимаю, что жизнь, наука, все уходят вперед, а я один отстаю. Отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. Я понимаю, что я могу писать только пейзаж. Но в основном я фальшив. Фальшив до мозга костей. Вы заработались. У вас нет времени охоты сознать свое значение. Пусть вы недовольны собой, но для других вы велики и прекрасны. Вот если бы я была таким писателем, как вы, то я бы отдала толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье только в том, чтобы возвышаться до меня. И она возила бы меня на колеснице. Ну, на колеснице, скажете право. Агамемнон я, что ли? За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я бы перенесла не любовь близких. Нужду, разочарование, я бы жила под крышей, я бы ела только женой хлеб. Я бы страдала от недовольства собой и от сознания своих несовершенств, но тогда бы уж я потребовала славы, настоящей, шумной славы! Ой, голова кружится. Борис Алексеевич! Меня должно быть укладывать. О, как не хочется уезжать-то. Хорошо у вас тут. Хорошо. Видите, на том берегу дом и сад. Да, вижу. Это дом моей покойной матери. Я родилась там. Я прожила на этом озере всю свою жизнь. Зная на нем каждый островок. Да хорошо. Да что ж это? Что это такое, а? Это чайка. Чайка. Это Константин Гаврилович застрелил. Да. Такая прекрасная птица. Красивая. А это вы что пишете? Да так. Я, знаете, сюжет мелькнул для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, вот такая как вы. Она влюблена в это озеро, вот как это чайка. И она и счастлива, и свободна! Вот как это чайка. Но! Случайно. Пришел человек, и от нечего делать, погубил вот эту девушку, как вот эту чайку. Борис Алексеевич! Да ты счастье! Где вы? Что? Мы остаемся. Thank you.
понимаю, какая надобность. Ведь безнадежно. Целый год и все ждать его. Как выйду замуж, так будет уже не до любви. Новые заботы заглушат все старые. И все-таки, знаете, перемена. А не повторить ли нам? А немного ли будет? Вот. А вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я. А большинство так. Да. Это все водку или коньяк? Желаю вам. Вы человек простой. Жалко с вами расставаться. Если честно, мне самому не хочется уезжать. Да. Вы попросите, чтобы она осталась. А, нет, теперь точно не останется. Сын ведет себя крайне бестактно, стрелялся. Теперь меня на дуэль хочет вызвать. Дуется, фыркает. Проповедует новое форму. А че дуться-то? Всем же места хватит. И новым, и старым. Че зря толкаться? Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело. Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко, ему мою старушку жалко. Ну-с, позвольте пожелать вам всего хорошего. Не поминайте ли их? Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне книжки. Непременно с автографом. А только не пишите многоуважаемые. А так, Мария, родство не помнящие и неизвестно для чего живущие на этом свете. Прекрасная вещь. Иногда вспоминайте обо мне. Да, конечно. Я буду вспоминать вас. Я буду вспоминать вас неделю назад. Помните, ясная погода, вы все вам платье и вот эта чайка. Да, чайка. Чайка. На воле соленые деньги, на кислоте мне деньги. Ну, море, давай, сиди, заходи. Дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? Это кто сейчас, ваша Нина? Да. Антон, не помешай. Кажется, все уложила, замучилась. Не ночи, страница 121, строчка 112. Удочки тоже прикажете уложить? Да нет! Удочки мне еще понадобятся, книги можете раздать, извините. Так, не ночь. Слушаюсь. Слушай, в этом доме есть еще мои книги. Убрать в кабинете, в угловом шкафу. Не ночи, страница. Право, Петруша! Остался бы лучше дома! Вы уезжаете?
темно дома. А в городе что же? Да ничего такого, но все же. Будет закладка земского дома и все такое. Хочется хоть на час-другой воспрянуть от этой пескариной жизни. А то уж очень я залежался, точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу, вместе выйдем. Но живи тут. Не скучай, не простуживайся. Наблюдай за сыном, береги его, наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Мне кажется, здесь главная причина ревность. И чем скорее он уйдет от Григория, тем лучше. Как тебе сказать, были другие причины. Ну, понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего. Стыдится своей праздности. Я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан. Но в конце концов ему кажется, что он лишний Томи, что он на хлебник приживал. Понятно, вещь, самолюбие. Господи, поступил бы на службу, что ли? Так было бы лучше, если бы ты дала ему немного денег. Ну, прежде всего, ему нужно одеться по-человечески, и все. Ну посмотри, один и тот же сюрпучишка, он таскает 3 года, ходит без пальто. Ты погулять, малому, не мешало бы. За границу съездить, что ли? Но это ведь недорого стоит. Все-таки, нет, костюм я еще могу, но за границу. Нет, в настоящее время я и на костюм не могу. Нет у меня денег. Ха-ха! Нет! Да-с! Прости, милая, я тебе верю. Ты великодушная, благородная женщина. У меня нет денег. Откуда у меня деньги? Я выдал само собой. Но у меня ничего нет, ни пятачка. Всю мою пенсию забирают управляющий и тратят на земледелие. Скотоводство, пчеловодство, и все мои деньги улетают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут, лошадей мне никогда не дают. Да, у меня есть деньги, но ведь я артистка, а не туалеты разорились на все. Ты добрая, милая, я тебя уважаю. Да, ой, что-то... Что с тобой, Петрушка? Помогите! Помогите мне! Ему дурно! Петрушка, что с тобой? Ничего, ничего. Уже прошло и все. Не пугайся, мама. Это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. Да, да. О, дядя, да. Тебе надо полежать. Немножко, да. А все-таки в город я поехал. Немножко полежу и поеду. Понятная вещь. Есть загадка. Утром на 4, полдень на 2, вечером на 3. Именно! А ночью на спине! Спасибо! Сам могу идти! Ну вот церемония! Какой меня напугал! Ему нездорово жить в деревне, тоскует. Вот если бы мама ты расщедрилась и дала ему взаймы 1500, то он бы мог прожить в городе целый год. У меня нет денег! Я актриса, а не банкирша! Мама, перемени мне повязку. Ты хорошо это делаешь. А доктор? Да. Обещал быть к 10, а уже полдень. Садись. Ты как в чем я? Вчера один приезжий спрашивал, какой ты национальности. У тебя золотые руки. Помню, давно, когда ты еще служила на казенной сцене, я был тогда маленьким.
У нас во дворе была драка. Сильно побили жилицу прачку. Помнишь? Ты все ходила, носила ей лекарства, мыла в корыте ее детей. Ну ты ли не помнишь? Нет. Две балерины жили тогда в том же доме, где и мы. Кофе ходили к тебе пить. Это помню. Богомольные они такие были. В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя у меня никого не осталось. Только зачем? Зачем ты поддаешься влиянию этого человека? Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность. Однако же, когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство ему не помешало сыграть труса. Уезжай! Позорное бедство! Какой вздор! Я сама прошу уехать его отсюда. Грудничая личность. Вот мы с тобой почти ссоримся из-за него. Он где-нибудь в саду или в гостиной смеется над нами. Разбивает Нину, старается окончательно ее убедить, что он гений. Тебе доставляет наслаждение говорить мне гадости. Я уважаю этого человека и прошу при мне не говорить о нем дурно. А я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением? Но прости, я лгать не умею. От его произведения мне вредит. Это зависть. Людям не талант. Что больше не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать, утешение. Настоящие таланты. Да я талантливее вас всех. Или на то пошло. Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете подлинным и настоящим, что это то, что делаете вы сами. А злюсь, гнетете и душите. Не признаю я вас. Не признаю ни тебя, ни его. Декадент! Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах. Никогда. Я не играла в таких пьесах. Отдай меня. Ты и жалкого подавиля не в состоянии написать. Киевский мещанин переживал. Скряга! Оформишь ничтожество. Оформишь ничтожество. Моя жизнь, то приди и возьми ее. Скоро лошади подадут. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Надеюсь, у тебя все уложено? Да. А чего в этом призыве чистой души послышалось мне печаль? И мое сердце так
болезненно сжалась. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Останемся еще на один день. Останемся. Милый, я знаю, что тебя удерживает здесь, но имею над собой власть. Ты немного опьянел, ты извись. Будь ты тоже трезва, будь умна, рассудительна. Посмотри на это все как истинный друг. Ты ж способна на жертву, я знаю. Будь моим другом. Отпусти. Ты так увлечен? Да. Меня манит к ней. Быть может, это именно то, что мне сейчас нужно. Любовь, принцессы, девочки. О, как мало ты себя знаешь. Ты знаешь, иногда люди спят на ходу. Так вот, я сейчас, я разговариваю с тобой, я как будто сплю. Я вижу ее во сне. Мне одолели дивные, сладкие мечты. Отпусти. Нет. Я обыкновенная женщина, со мной нельзя так разговаривать. Мне очень меня боюсь, мне страшно. Золото мое, ну ты же можешь быть необыкновенной женщиной, а? Любовь! Чистая, юная, носящая в мир грез. Только она одна способна дать счастье. Я ж такой любви-то еще раньше не испытывал. Но молодостью мне было некогда, я обивал пороги редакции, боролся с нуждой. А тут вот она, маленькая, ну какой же смысл мне бежать от нее? Ты сошел с ума! Ну и пусть! Вы все сговорились мучить меня сегодня! Это она не понимает, она просто не хочет понять. Неужели? Я уже так старая и безобразна, что со мною вот так, не стесняясь, можно говорить о других женщинах. Ты обезумел. Ну, прекрасно, Дим. Ты – последняя страница моей жизни. Моя радость, мое блаженство. Если ты покинешь меня хоть на один час, я не переживу, зайду с ума. Мой изумительный, великолепный. Мой повелитель. Ну, хватит, ну сюда могу пойти. Пусть! Я не стыжусь моей любви к тебе! Сокровище мое, отчаянная голова. Ты хочешь безумствовать? Но я не хочу. Не пущу. Ты мой. Эти глаза мои, этот лоб мой, эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России! Только искренности, простоты, свежести, здорового юмора. Ты можешь одним штрихом передать то главное, что характерно для лица или пейзажа. Люди у тебя как живые! О, тебя нельзя читать без вас. Торга. Ты думаешь, это все? Тебя? Ты думаешь, я все? Ну, посмотри мне в глаза. Посмотри! Вот ты видишь, я одна умею ценить тебя. Одна говорю тебе правду. У меня нет воли. У меня никогда не было своей воли. Вялый, рыхлый, всегда покорный. Не думаю, разве это может нравиться женщине? Бери меня, увози, но только не смей отпускать от себя ни на шаг. Теперь он мой! Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду сама, ты приедешь через неделю. Сам ты. Дай тебе спешить. Нет, нет.
сегодня утром услышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. Значит, ехать. Опять вагоны, станции, буфеты, отбивные, как разговоры. Имею честь прискорбным заявить, что лошади поданы. Пора, многоуважаемая, ехать на станцию. Поезд выходит 2,5 минут. Так вы же, многоуважаемая, не забудьте навести справочку. Где теперь от тёс Суздальцы? Жив ли, здоров ли? Пивали вместе когда-то. Багамин и пощегал неподражаемо. Помню, с ним тогда в Елисавет Граде служил Давид Измайлов. Личность тоже замечательная. Не торопитесь, многоуважаемая. 5 минут еще можно. Раз вам про мелодрами они играли двух заголовщиков, то когда их дух накрыли, то они должны были сказать: «А, мы попали в западню!» А Измайлов: «Мы попали в западню!» «Западню!» Прощайте, дорогая моя! Что бы не так, то вы уж простите. Все было хорошо, все было хорошо. Вот только плакать не нужно. Время наше уходит! Что же делать? Сестра, вода! Как вы на меня поставите на закорков? Я его садить! Я пойду бежал на станцию! Прощайте, мои дорогие! Не поминайте лихом. Даст Бог, в следующем летом опять увидимся. А вот вам рубль на троих. Похоже, что благодарим, барыня. Много вами довольны. Вы сливы не забудьте. В дорогу. Дай Бог, час добрый. С лицом вы счастливы, Борис Алексеевич. Где же пойти? Я уже на необходимо проститься. Дай Бог, час добрый. Я дала рубль повару, а то на троих. Да поехали, уже опаздываем. Борис Алексеевич, Борис Алексеевич, мы опаздываем. Я забыл трость, а она должна быть на террасе. Да вы, мне пора. Борис Алексеевич, я решила бесповоротно, жребий брошенный. Я завтра меня уже здесь не будет, я поступаю на сцену. Я уезжаю, как вы в Москву, мы увидимся там. Так, в общем, так. Остановитесь. Славянский базар. Дайте мне тотчас же знать. Молчановка. Дом Грохольского. Борис Алексеевич! Все, мне надо. Еще минуту. Какое счастье. Я увижу вас в Москве. Я увижу эту улыбку. Я увижу эту черту. Ангельский. Борис Алексеевич! Борис Алексеевич! Одиночество. Какая ужасная погода, это уже вторые сутки. В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый безобразный, как скелет. И занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером проходил мимо, мне показалось, будто кто в нем плакал. Ну вот. Поедем, Маша, домой. И здесь останутся ночевать. Поедем. Ребеночек-то наш не будет сколоть. Стеки его Матрёна попробуй. Жалко! Третью ночь без матери! Скучный ты стал. Прежде бывало, как по-философски. А теперь все ребенок домой. И больше от тебя ничего не услышит. Поедем, Маша! Поезжай сам. Твой отец не даст мне лошади. Даст! Ты попроси коммуникации. Пожалуйста, попробуй. Значит, ты завтра приедешь.
но завтра перестал. Душно!
Какой упрямец! Поймите, жить хочется. Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец. Вы сыты и потому равнодушны к жизни. Вам все равно. Но умирать и вам будет страшно. Страх смерти – животный страх. Надо подавлять его. Боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которые опасаются своих грехов. А вы? Во-первых, неверующие. Во-вторых, ну какие у вас грехи? Вы 25 лет прослужили по судебному ведомству только всего. 28! Мы мешаем Константину Гавриловичу работать. Нет, ничего. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился? Генуя. Почему Генуя? Потому что там превосходная уличная толпа. Когда выходишь вечером из отеля, улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе, без всякой надобности, туда-сюда, по ломаной линии. Живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в действительности существует одна мировая душа вроде той, которая когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, а где теперь Заречная? Что она? Как? Должно быть здорово. О, я слышал, что она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело? Это, доктор, длинная история. Ну, а ну-ка, короче. Она убежала из дому и сошлась с Тригориным. Это вам известно? Я знаю. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Григорий разлюбил ее и вернулся к прежним своим привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и там, и тут. Насколько я мог понять из того, что мне было известно, личная жизнь Мины не удалась совершенно. Ну, а сцена? Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Я тогда не упускал ее из виду. И некоторое время куда она, туда и я. Она бралась все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с забываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были лишь только моменты. Ну так значит, все-таки есть талант? Трудно было понять. Должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании. Вам еще сказать. Потом я, когда приехал домой, получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные. Она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна. Что не знаю, как больной натянутый нерв. И по отношению немного расстроена. Она подписывалась чайкой. Русалки мне не говорит, что он ворон. Так вот и она в письмах все повторяла. Теперь она здесь. То есть как? Здесь? В городе. Но то, что я вам говорил, уже с ней опять как живет там. Я было поехал к ней. И вот Мария Ильинична ездила. Но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто бы вчера ее видел после обеда в поле в двух верстах отсюда. Да, я видел. Она шла в ту сторону по направлению к городу. Я поклонился, спросил, отчего не идет там в гости. Она сказала, что придет. Не придет она. Отец и мачеха не хотят ее знать, повсюду расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе.
Это легко, доктор. Быть философом на бумаге, и как это трудно на деле. Прелестная была девушка! Что-с? Прелестная, говорю, была девушка! Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время. Старый ловелас! А, вот наши вернулись со станции. На сцене я для всех загадка. Иначе действую, хожу. Смотрю так весело, так сладко, что хоть кого обворожу. Но посмотрите за кулисы. Там изменяюсь я тот час. Театр, актеры и актрисы не то на деле, что для глаз. Да! Я слышу маму! Мы все стареем, выветриваемся на виду, а вы, многоуважаемая, все так же молоды, светлая кофточка, живость, грация. Вы опять хотите сглазить скучный человек. Петр Николаевич, здравствуйте. Что это вы захвораете? Нехорошо, нехорошо. Марья Ильинична? Узнали? Замуж. Давно. Счастлив. Ирина Николаевна, сказали, что вы позабыли старое и перестали гневаться. Вот, Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом. Благодарю вас. Вы очень любезны. В Москве, в Петербурге вообще заинтересованы вами. И меня только и спрашивают, какой он? Брюнет или блондин? Все почему-то думают, что вы не молоды. Никто не знает вашей настоящей фамилии. Потому как вы печатаетесь под псевдонимом. Надолго к нам. Да нет. Завтра же собираюсь обратно в Москву. Дела, надо записать пьесу и кое-что обещал закинуть в сборник. Да, старая история. Только вот погода меня встретила неласково. Ветер очень жестокий. Завтра, если утихнет, собираюсь пойти в сад. И в то место, помните, где играли вашу пьесу? Так, это... Бу-бу! Чик! Да. Чик-чик. Мотив созрел. Надо только воскресить в памяти место действия. О! Домой. Сама видела, недавно отправлены на станцию, не гнать же их снова. Ну так ведь есть другие лошади. С нами связаны. Я, Маша, пешком пойду вправо. Пешком в такую погоду. Пожалуйте, господа! Ведь всего только 6 верст! Прощайте, мамаша! Я никого не беспокоил, но ребеночек, прощайте! Небось дойдет, не генерал. Пожалуйте, господа, а то скоро ужинать подадут. Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играет лото. Вот, взгляните, старинный лото, который играла с нами еще покойная мать, когда мы были детьми. Не угодно ли сыграть в партию? Игра скучная, но если привыкнуть, нет, то ничего. Свою повесть прочел. Моей даже не распечатал. А ты, Костя? Спасибо, не хочется. Я пройдусь. Ставка, гривенник. Поставьте за меня, доктор. Слушаюсь. Все поставили, я начинаю. 22. Есть. 3. Так. Поставили? Да. 8. 81. 10. Не спеши! Как меня?
меня в Харькове принимали. Батюшки мои, до сих пор голова кружится. 34. Студенты овацию устроили. 3 корзины, 2 венка. И вот... О, да, это вещь. 50. Ровно 50. На мне был удивительный туалет. Что-что? Одеться я не дура. Костя играет, тоскует бедный. В газетах гонят его очень. 77. Охота обращать внимание. Ему не везет. Никак не может найти свой истинный тон. Все что-то неопределенное, непонятное, невнятное. Ни одного живого лица. 11. Петруша, тебе скучно? Спит? Спит действительный статский советник. 7. 90. Если бы я стал жить в такой усадьбе, разве я стал бы писать? Да я поборол бы в себе эту страсть, и только бы и делал что? Ловил рыбу. 28. Поймаешь ерша или окуня, такое блаженство. А я верю в Константина Гавриловича. Что-то есть, что-то есть. Он мыслит образами, рассказы его яркие, красочные. Я их очень сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, только на одно впечатление далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель? Представьте, я еще не читала. Все некогда. 26. А у нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь. Да? Какая интересная. Как-то Константин Гаврилович подстрелил чайку. А вы поручили мне из нее сделать чучело. Не помню. 66. 1. Так темно! Я не понимаю, отчего я испытываю такое беспокойство. Костя! Закрой окно, а то дует. 88. У меня партия, господа. Браво! Браво! Этому человеку всегда и везде везет. А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. Костя, оставь свои рукописи, пойдем есть. Спасибо, сын. Как хочешь. Петруша, ужинать. Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове. Я так много говорил о новых формах. Теперь сам понимаю, что мало-помалу сползаю к рутине. Афиша на заборе гласила бледное лицо, обрамленное темными волосами. Гласила обрамленное, ты бездарно. Начну с того, как герой разбудил шум дождя, а остальное все вон, описание лунного вечера длинное и изысканно. Григорину легко. Он выработал себе прием. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова. А у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Это бездарно. Да, я все больше и больше прихожу к выводу, что дело не в новых и не в старых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах пишет, потому что это свободно льется из его души. Что такое? Темно! Кто-то побежал вниз по ступеням. Кто здесь? Нина. 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 Нина, это вы! Я точно
крик чувствовал весь день, душа моя, ты милость ужасна. О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла. Не будем плакать, не будем. Здесь есть кто-то? Никого. Заприте двери, а то войдут. Никто не войдет. Ирина Николаевна здесь, заприте двери. Тут нет замка, я заставлю креслом. Не бойтесь, никто не войдет. Дайте я посмотрю на вас. Хорошо здесь, тепло. Здесь тогда была гостиная. Я сильно изменилась. Да, вы похудели, у вас глаза стали больше. Как странно, что я вижу вас. Нина, отчего вы не приходили? Отчего вы не пускали меня к себе? Я знаю, вы уже почти неделю живете здесь. Я каждый день ходил к вам по нескольку раз. Стоял у вас под окном, как нечто. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали, с самого приезда я все хожу здесь, около этого дома, около этого озера, и около вашего дома было много раз и не решалось войти. Давайте сядем. Сядем и будем говорить. Говорить. Хорошо здесь. Тепло. Уютно. Слышите ветер? У Тургенева есть место хорошо тому, кто в такие ночи сидит под крылом дома. У кого есть теплый угол. Я чайка. Нет, не то. О чем это я? А, да. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. Ничего. Нина, вы опять, Нина? Ничего, не легче от этого. Я уже 2 года не плакала. А вчера, поздно вечером, я пришла посмотреть. Саду целый наш театр, а он до сих пор стоит. Я заплакала впервые за 2 года, и меня отлегло, стало яснее на душе. Видите, я уже не плачу. Итак, вы уже стали писать. Вы писатель, я актриса. Попали мы с вами в круговорот. Жила я радостно, по-детски, бывала, проснешься утром, зубаю. Любила вас, мечтала о славе, а теперь... Завтра рано утром ехать в Елец в 3-м классе. С мужиками. А в Ельце образованные купцы будут рисовать известность. Груба жизнь. Зачем в Елец? Взяла ангажемент на всю зиму. Ехать пора. Нина... Я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я осознавал, что душа моя неразрывно привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор, как я потерял вас и начал печататься молодость мою, как оторвало, и у меня ощущение, что я прожил на свете уже 90 лет. Я зову вас. Целую землю, по которой вы ходили, куда бы я ни смотрел, и всюду представляется ваше лицо. Это ласковая улыбка, которая светила в лучшие годы моей жизни. Зачем он так говорит? Зачем он так говорит? Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно. Умоляю, Нина, останьтесь здесь или позвольте уехать с вами. Нина, Бога ради, Нина. Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте, я сама дойду. Дайте воды. Куда вы теперь? Город. Ирина Николаевна здесь? Да, в четверг дяде было плохо, и мы телеграфировали, чтобы она приехала. Зачем? Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить!
Я актриса! Ну да! И он здесь! Ну да! Ничего! А он не верил в театр. Он все смеялся над моими мечтами. Ну, я тоже мало-помалу перестала верить в плану. А тут забота любви, ревность, постоянный страх за маленького. Я стала мелочной, я стала ничтожной. Я играла бессмысленно, я не знала, что делать с руками. Я не владела голосом, я не умела стоять на сцене. Вы не понимаете того состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка? Нет? Помните, вы подстрелили чайку, случайно пришел человек, увидел, от нечего делать, порубил. Сюжет небольшого рассказа. Это не то. О чем это я? Я говорю о сцене. Теперь уже не так. Я теперь уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом, я пьянею на сцене, чувствую себя прекрасно. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю, и чувствую, как растут мои души силы. Теперь я знаю. Понимаю, Костя, что в нашем деле не важно, играем на сцене или пишем. Главное, это не блеск, не слава, не то, о чем я мечтала. А умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, мне не так больно. И когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни. Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я... Все еще ношусь в хаосе грез и образов, не знаю для чего и кому это нужно. Я не верую, и я не знаю, в чем мое призвание. Я пойду, прощайте. Когда стану большой актрисой, приезжайте на меня посмотреть, обещайте. Останьтесь, я дам вам полку. Нет, нет. Я даю сама лошадь. Не провожайте. Значит, мне все равно. Вы когда увидите Григория, то вы не говорите мне ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Люблю! Страстно люблю! До отчаяния люблю! Хорошо было прежде, Костя. Какая чистая, теплая, радостная жизнь, как не чувство. Чувство похоже на нежные, изящные цветы. Помните? Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, кого нельзя видеть глазным словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг указки. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа. И эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу
липовых рощ. Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму. Дверь как будто заперта, скачка с препятствиями. Разве вино пиво, Борис Алексеевич, ставьте сюда, на стол. Мы будем есть и пить. Давайте садиться, господа. Сейчас же подавай чай. А вот та вещь, о которой я давеча говорил, ваш заказ. Не помнит? Не помню. Что такое? Должно быть, в моей походной аптечке что-то лопнуло. Не беспокойтесь. Адина, есть. Что такое? Все. Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. Я вновь пред тобой. Я испугалась. Мне ты напомнила, как даже в глазах потемнело. Есть. Два месяца назад тут была напечатана одна статья. Письмо из Америки. Знаете, я давно интересуюсь этим вопросом. Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился! Почему?
деятель искусств Республики Коми Евгений Сафронов. Семен Семенович Медведенко, артист театра Дмитрий Максименко. Яков, лауреат премии правительства Республики Коми Вадим Козлов. Повар, артист театра Анатолий Кулаков. Горничная, лауреат премии правительства Республики Коми Татьяна Михайлова. Режиссер спектакля, заслуженная артистка Российской Федерации Елена Оленина. Художник-постановщик, лауреат премии правительства Республики Коми Анна Рикина.
вечер, друзья, еще раз. Я думаю, что вот на такой праздничной ноте мы начинаем новый театральный сезон. И, конечно же, мы готовы радовать вас, удивлять весь этот период. Тот спектакль, который мы сегодня представили, конечно же, это первая работа, очень серьезная работа, большая работа. И, конечно же, он у вас вызывает очень бурную реакцию. Кому-то все нравится, кому-то не очень все нравится. Но, тем не менее, театр всегда такой. Он волнует, он вызывает вопросы, он заставляет смеяться, заставляет плакать. И, наверное, в этом и суть театра. Конечно же, у нас напряженный рабочий график на все эти месяцы. Здесь на сцене буквально через несколько недель начнется большой кукольный фестиваль, и он уже обретает свою историю и свою популярность. Каждый день полные залы мы видим здесь. У нас предстоят большие гастроли в Московскую область. Вы помните, совсем недавно были гости из Ногинска, сейчас с ответными гастролями мы едем туда. Большие обменные гастроли у нас предстоят с Архангельском. Они везут две фуры спектаклей, декораций. И мы, наверное, точно так же повезем наши лучшие работы. У нас впереди презентация театра юного зрителя, именно на нашей базе. Будет начинаться, развиваться новое театральное направление театра юного зрителя. Спектакль «Ромео и Джульетта» – это первый спектакль этого направления. Ну и, конечно же, новогодняя сказка, как всегда, самая лучшая, самая яркая, самая интересная новогодняя сказка – это у нас. Ну, а дальше мы потихонечку вам будем рассказывать, потому что планы большие. Есть серьезные большие классические постановки в нашем плане. Разнообразные по жанру. Я думаю, что даст Бог, мы все это осилим. Мне еще раз хочется поздравить всех моих коллег, стоящих здесь, всех работников театра и, конечно же, всех вас, дорогие зрители, с началом нового театрального сезона. С праздником!